Хай-хоу, ребятки! Всем привет! С вами Борода, это Last Day on Earth. И сегодня я вам расскажу, как уберечь свои скорбы от рейдеров. Ребятки, все очень просто. Чтобы ваши сокровища, ваше оружие и все прочее не украли, у нас есть несколько вариантов. Во-первых, один из вариантов перед вашими глазами. Настроить очень большую кучу стен с различными ходами. И чем больше их будет, тем сложнее будет пробиться рейдера. Поэтому вот такая вот защита от рейдеров просто великолепная. Также не забывайте, что вы можете отнести свои вещи в бункеры. У нас есть и Браво, и Альфа. Правда, ребятки, будьте осторожны, потому что разработчики говорят, что они собираются редактировать бункер Браво, и поэтому все вещи, которые хранятся в нем, могут быть потеряны. Не забывайте об этом, и лучше всего перетащите в бункер Альфа. Конечно же, можно сделать несколько каменных стен, поставить их в самой середине, и вокруг них сделать форт. А в эти сундучки, которые будут в серединке, скидать самый ценный лут, ребятки. Это тоже одна из самых крутых идей. Используйте, я вам рекомендую. Не забывайте писать свои идеи в комментариях. Всем интересно, конечно же, до чего пришли вы. Не забывайте о колях, тоже защита очень хорошая. Пока-пока, друзья. С вами был Борода. До скорых встреч.